как пчелки. Добрый вечер вам, друзья. Всем вот такой вечер. Вот там шкребет. Но сегодня так заработали, что я даже и не снимала вам нашу работу. Но сегодня мне уже нравится. Вот свет падает в кухне. И смотрите, какие хорошие обои, так хорошо, классно смотрится. Вот, просто нужен здесь яркий свет. Сегодня мы вот такую работу сделали. Все, полностью прошли эту стену. Все, снимали. Володя снимал все эти розетки. Потом снова ставил. Получилось очень аккуратно, чисто. Все сделали над окошком и под окошком. И везде, и всюду. Вот, наверное, меня там видите. Приветик всем, привет. Володя свет сделал. Вот как у нас на улице светло. А, вам плохо видно. Ну, в общем, двор очень светлый теперь. Ух, поработали хорошо. Осталось немножко, это завтра. Вот эти несколько кусочков. О, будем здороваться с подписчиками. Привет. Да, работать ему надо. Ух, так что трудимся. Туда таскаем, сюда таскаем, обратно таскаем. Ну ничего. Вот. Хорошо подсветка работает, хоть немножко светлее стало. И Новый год еще не настал, а у нас уже свечи. Вот там газовая плита, чайник мы сегодня обмывали, чаевали. Стоит вот имбирь с лимоном, с медом. В общем, у нас света нет. Уже 2 часа нету света. Дадут, не дадут, неизвестно. Сказали, отключила Динская. Это большая станица. И вроде бы завтра тоже будет все еще. В общем, целый день будет отключен. Видите, везде все темно за окнами. А у нас завтра с утра должны приехать делать натяжные потолки. Ну, вот такая невезуха. Но посмотрим. Утро вечера мудренее. А вдруг все и получится. Но Володя успел все-таки на маленьком растопить, потому что там же насос качает, все. Без света тоже нельзя. Но потихонечку. Батареи горячие. Но холодно. Холодно все равно. У нас сегодня целый день дома не было. Вот всего 16 в доме. На улице уже 1,5 градуса. 9 вечера. Ну, верим, что все будет нормально, все будет хорошо. Сижу в своем теплом халатике банном, балдею. Ой, работы идут. Там машина. Там внутри тоже что-то занимается. На следующей улице от нас тоже что-то высыпали. Несмотря на то, что всего 2 градуса тепла, работают на всю катушку. Что-то жгут. Вон. Тут непонятно что. Да, выгружать надо его. Ну все, красота будет к лету здесь у нас. О, наши мастера уже приехали. Машина вот стоит. Коробка какая-то. Мы будем верить, что все получится сегодня. И полдома будет уже красивая. Я вчера вот как смогла. Трепушек-то нету. Нашла какие-то 2 тряпки. Вот смогла так спрятать. Инжир. Вилами как смогла. Спрятала. Укутала корешочки. Все лишнее до этого уже пообрезала. Ну, будем верить, что не замерзнет. Люди вон как спрятали. Прям снеговик целый стоит. Так посмотришь, как человек со спины. Привидение. Мастер пришел один. Говорит, хороший легкий вариант. Справится сам. Это, как мне объяснили, для светильника. Такое вот должно крепиться. И вот такая красота потом будет. Надеюсь, что будет. Будет, да? Ну, спасибо. О, самый интересный процесс пошел. Первый раз вижу живьем.
щепочках вот так вот. Все. О, как тепло, как в бане. Красота. Вот это парная здесь. Это парная. Ну, я тут катал. Столько солнца, что не отсвечивается светлым. Вот темное все на самом деле. Белый-белый потолок. Красиво уже становится. Ну все, надо его сегодня попросить, договориться. Пусть уже и лампу повесить, чтобы Володя тут не прыгать и не скакать. Ух, как тут быстро. Вот такая печка. Красота. Весь дом прогрели. Интересно, вот. А, вон там маленькая точечка. Хлопс. И потом вот это по размеру так сейчас подсохнет и вырезать, да? Да. Ну, это стандартные светильники, они под GX90. Мне дали 50-е кольца под глаз. То есть они маленькие сюда будут вообще. Ну, удобно. Я чуть побольше свои взял, вклеил. А, понятненько. Чтобы удобнее было крепиться. Ну, хорошо. Да. Вот так. Хопс. И все. Понятненько. Так, а здесь вот уже поставили. Вова тут уже с пультиком играется. Вот. Ну-ка, давай показывай. Так, раз. Вот здесь сюда. Два. Три. Вот так. Вот и вот самый яркий, да? Ой, ну что так камера показывает плохо? Все тут прям блестит так. Вечером, наверное, будет красиво. Можно убавлять. Вечером будет красиво. Это прибавлять. Ну, надеюсь, света хватит на эту комнату. Какая мастер. Все знаем, где какая дырочка. И где куда попасть. Достаточно. Кошки тут вот бегают друг за дружкой. А? Жирняшки. Как я кошек люблю. Как мне их приучить, чтобы они к нам приходили в гости. Надо будет чем-то их задобрить. О, кошечки уже у нас. О, уже сюда пришли. Ну, да. Крылечко. Вон их сколько. Ай-яй-яй. Ну да, кошечки. Стоят, стоят. Понятно. Все. Ну, значит, будем приручать. Две комнаты мы сделали. Передумали мы делать все эти багеты, плинтуса. Он так аккуратненько, красиво сделал. И все, Володя, нету никаких заморочек. Вот это самый яркий свет. Очень хорошо ярко получается в комнате. Надеюсь, этого хватит нам. И здесь тоже сделали все. Вот.
Тоже так хорошо смотрится. Все замечательно. И теперь только после Нового года уже у нас будет продолжение. Сейчас не до этого. Мы тут в этой маленькой комнатке Володиной клеим. Вот. Одну стенку заклеили. Еще все мокро, в пятнах. Плохо все выглядит. А вообще, конечно, красиво. Когда будет хороший свет. Оно и так даже хорошо. Вот. Красивый получается. Грибобой. Вот уже свет загорелся. Елочка наша моргает. И все. Продолжение будет уже в следующем году. Еще умывальную тоже нужно комнату. Надо еще два светильника сюда купить. И плюс еще жидкие обои поклеить. Все лежат, ждут своей очереди. Все в огнях на той стороне моря. Наше водохранилище. Вот я приблизила. Все-все в огнях. Красиво как. Даже потеплело на улице. Ни ветра, ничего нет. Как красиво. Две комнаты мы сделали. Передумали мы делать все эти багеты, плинтуса. Он так аккуратненько, красиво сделал. И все, Володя, нету никаких заморочек. Вот это самый яркий свет. Очень хорошо ярко получается в комнате. Надеюсь, этого хватит нам. И здесь тоже сделали все. Вот. Тоже так хорошо смотрится. Все замечательно. И теперь только после Нового года уже у нас будет продолжение. Сейчас не до этого. Мы тут в этой маленькой комнатке Володиной клеим. Вот. Одну стенку заклеили. Еще все вот мокро, в пятнах. Плохо все выглядит. А вообще, конечно, красиво. Когда будет хороший свет. Оно и так даже хорошо. Вот. Красивый получается. Грибобой. Вот уже свет загорелся. Елочка наша моргает. И все. Продолжение будет уже в следующем году. Еще умывальную тоже нужно комнату. Надо еще два светильника сюда купить. И плюс еще жидкие обои поклеить. Все лежат, ждут своей очереди.